условно втором составе, который выставил на игру с Кривбасом Славолюб Муслин, наибольшее опасение вызывала линия обороны со средним возрастом 21 год. Однако, забегая вперед, можно отметить весьма качественную игру защиты Краснодара и квалифицированные действия в обороне всей команды в целом, ставшей важнейшим составляющим победы в матче. Другим фактором, предопределившим успех, стал блицкрик черно-зеленых. Два мяча Краснодар забил уже к исходу 9-й минуты, и оба имели все шансы попасть в топ-10 рейтинга лучших голов в межсезонье, если бы таковой кто-то задумался ставить. Счет открыл на 4-й минуте Юра Мовсисян, на бреющем полете головой выловивший подачу Маркова и переправивший снаряд в дальний верхний угол ворот Кривбаса. Прошло 5 минут, и два номинальных форварда, Пикущак и Мовсисян, выступили ассистентами молодого полузащитника Валерия Чуперки, который в завершающей стадии все сделал как заправский нападающий. Финтом обманул защитника и обводящим ударом уложил мяч точнёхонько под штангу владений Бойко. В середине первого тайма украинская команда сумела взять мяч под свой контроль, однако никаких дивидендов это ей не принесло. Краснодарцы спокойно отбивали все выпады соперника, а Евгений Городов в игру вступал по большей части лишь на выходах. Единственный раз на линии наш голкипер проявил себя на 28-й минуте, уверенно отразив неожиданный мощный выстрел Бартуловича. А минутой ранее Мовсисян, которого проникающей передачей снабдил Кульчий, едва не довел счет до крупного. Здесь Кривбас спас вратарь Бойко, вовремя бросившийся форварду в ноги. Под занавес первой половины единственному россиянину в составе соперников Краснодара, Самодину, удалось таки поразить цель, но из явного офсайда, что четко зафиксировали белорусские судьи. На второй тайм наставник коллектива из Кривого Рога Юрий Максимов выпустил сразу 5 свежих игроков, которые вместе с оставшимися на поле партнерами сделали все, чтобы спасти матч. 3 запланированных перестановки произвел и Славолюб Муслин. Городова, Голышева и Мовсисяна заменили Усминский, Ломбарский и Марцваладзе. Последний уже через 3 минуты после возобновления игры прицельно выстрелил из-за штрафной. Здорово сыграл страж ворот Кривбаса. К сожалению, украинцы, пытаясь отыграться любой ценой, порой действовали грязновато. А либеральность белорусского рефери этому лишь способствовала. Как следствие, на поле поочередно пришлось появиться Шипицыну, Самсонову, которые заняли места получивших повреждения Маркова и Враниша. До середины второго тайма краснодарцы пусть и проводили большую часть игрового времени в обороне, реально угрожать своим воротам оппонентам не позволяли. Однако затем молодежь немного подсела, и у Игоря Усминского появилась работа. Выполнял ее опытный голкипер, надо сказать, здорово. На 69-й минуте он вышел победителем в ближнем бою с форвардом Кривбаса Антоновым. 4 минуты спустя Шипицын в критической ситуации подстраховал вратаря на ленточке, а затем уже сам Усминский отразил удар в упор. Еще чуть позже на выручку Игорю пришла верхняя планка его владений, принявшая на себя выстрел того же Антонова. Были шансы поймать соперника на контратаках и у Краснодара, но проблемы с последним пасом не позволяли горожанам выходить на убойные позиции, а Марцваладзе свой впечатляющий рывок через все поле на 84-й минуте почему-то забыл увенчать ударом. В итоге счет первых 9 минут встречи до финального свистка не изменился, и черно-зеленые клубный день рождения ознаменовали вполне заслуженной победой.